Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и давненько мы не ходили к нашим кайнозойским тварям. Давайте будем это исправлять. Так, вот так, наверное, потише немножко сделаем. Че у нас тут? Мегистокурус, 5 на полторы. О, у нас тут такие псинки, смотрите, сумчатый лев, саркастодон, ну, в общем, хищнички такие, да. Волк, медведь и кашкатун. Ну, сумчатый лев, условно говоря. Не имеющий отношения к котам, родственник коал и кенгуру, так сказать, но тем не менее, по слову лев, я его определяю к кашкатунам. Так. Ох. Ну, кого взять нужно? Вот так вот возьмем. Титанобоушку возьмем. Так. Он подменится, гаденыш. Подменится, скорее всего. Может, кого-то вообще слабенького в жертву принести. Вот такого парня, типа, взять. Вот так вот как-то распетлять. Давайте попробуем. Не буду атаковать. Он меня за два не пробьет. А вот если подменится, то может и за один, наверное, хлопнуть. Ну да. Блин, а ну... Неприкольно получилось. А я его за один хлопнуть не могу. Ну, он будет подменяться, потому... Я думаю, мы выживем без защиты. Так, у него один балл, и ничего он сделать не может. Делаем вот так, и на 3 надо атаковать, блин. А. Но зато пробиваем. Так. Гибрид барсука с медведем и еще с кем-то. Саркастодон. Так, не, ну это реальное существо, просто он выглядит так как-то странно очень. Блин, я не обратил внимания, сколько было у него баллов. Фух, а то можно было его сейчас опростоволосить, так сказать, проиграть. Так, первый бой. Я так легко это могу пройти. Так, мне нужно не все существа, а снега. Кем будем здесь бодаться? Мамонт, сумчатый лев, Тилокосмил. Не, ну это слишком слабые ребята. Не затащат. Не затащат. Ну вот так вот как-то давайте. Мамонт потанкует. А там будет видно. Хотя у него удар, смотри, сильнее, чем у меня. Эти ребята помощнее. Я что-то, наверное, перестарался. О, да, так он меня за один удар пробьет, наверное. Да, я слишком оптимистично. Да-да-да. У них жизни там в 4 раза больше, чем у меня. Так, а баллов мало. На все 5 он сейчас атакует. Этого-то я пробью, а вот что со следующим делать, он точно такой же. А, ну нормально, кстати, раз-два я его пробил. Раз-два-три, и вот. Ух, нормально, распетляли. Хотя ситуация была такая, шаткая.
И трам-пам-пам-пам-пам. Фух. Так, и бой номер 3. Так, Пантохус. Ну, Паноктус по кличке Пантохус. Так. Да, возьмем вот так. Он подменится. Его встретит Гигантофия. А там будет... Ну, пусть будет Мамонт, что ли. Это такой самый сложный бой, кстати. Можно проатаковать, я большую часть жизни снимаю, потому... Можно, можно. Так, Динотерий, ну слабоват, слабоват. Так, кем бы его пробивать? Я думал подмениться на Мамонта. 4 у него. До сих пор не атакует. Пробил. Но мне придется сейчас еще раз подменяться. Ну, после того, как он подменится. А, он, скорее всего, пробьет Мамонта. Хотя нет. У него 6 осталось. Ну, теперь точно пробьет на 5, да? Не, на все 6, отлично. Так, ну я вот сейчас на 2 протачу и вообще все в шоколаде, ребята. Наш червячок затащит. Так, 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 ну и все, пробиваем. Так, ну и давайте нам нашу награду кайнозойскую. Так, тысячоночка генов, соточка баксов и ирритатор. А на этом все, всем пока.